Вот чем занимались руководители Центренерго все это время, если они в июле, за конце июля заявляют, у нас угля не будет хватать. Слушайте, так ну, за ту зарплату, за те условия, которые они имеют, когда возглавляют эти предприятия, любой человек может выйти и сказать, там, знаете, ну, у меня не будет угля. Смысл нахождения людей на таких постах и заключается в том, что они должны решать вопросы, они должны находить ответы, они должны делать то, что нужно, модернизировать, искать уголь, искать деньги, а не заявлять о том, что Коломойский перед этим 3 года разворовывал Центренерго.